Всех рада приветствовать на своем канале. У нас наконец-то тепло сегодняшнего дня. Говорят, даже прогреется до 30 градусов. Даже не верится, потому что до этого времени ходить в футболке просто по городу было нереально. Все равно какой-то холодный северный ветер. Вот мы ездили на Кровон, было вообще супер-пупер холодно. И уже вот эти холода уже, честно говоря, надоели. Хочется реально жары, хочется тепла, спокойно выйти в шортах, в футболке на улицу и не париться. Вот. Я начала подготовку к лету. Подготовка к лету у меня началась с борьбы с целлюлитом, который у меня, в принципе, с детства. Реально, я была очень худой, но целлюлит у меня был всегда, сколько себя помню. Так, вот мои три средства. Я делаю их через день, то есть чередую. Чью-то банку, сухой массаж. Это я все вместе делаю, потому что прежде чем приступить к массажу вот этой чудо-банкой, нужно разогреть свое тело. Да что же оно выходит? Вот силиконовая банка. И вот этой банкой я делаю массаж. Здесь в комплекте их было две. Одна вот у меня новенькая лежит. Одну пока использую. Но кто-то делает одновременно на две ноги массаж банками. Я пока до такого уровня мастерства, к сожалению, не дошла. Так, взяла вот такой вот скраб с малиной и мятой. Обалденный аромат, просто малины. Я говорю, если б я не знала, что это нельзя кушать, я бы непременно это бы, наверное, съела. Это сахарный скраб. Вот такой вот. Говорят, что бывают такие соляные, но от сахарного ни у кого аллергии нет. А вот скраб на основе соли могут вызвать аллергию. Ссылочку я вам оставлю, это не реклама, это я сама нашла по отзывам, и мне понравилось. И вторая штука, это средство для обертывания. Шоколадное, запах тоже приятный, но мне он не очень так понравился. Вот этот вот аромат скраба гораздо приятнее. Это средство охлаждающее, то есть ноги после него не горят, они как бы охлаждаются, как будто ты мятой какой-нибудь их обмазал. Ну, такое тоже приятное ощущение. Я намазываю это средство и пленкой оборачиваю ноги. Вот такая вот консистенция у него, такая муссовая, желейная. И, ну, по ощущению, как будто ты грязь или глину на себя намазываешь, но с таким приятным шоколадным ароматом. И смывается, кстати говоря, очень легко и просто. Никаких усилий не нужно. Обычной водой можно легко это все дело смыть. Конечно, каких-то мгновенных результатов от этих действий ждать не стоит. Я вот себе взяла 2 недели, ну там через день вот это все чередую, посмотрю, что как будет. Но мне кажется, эффект вот особенно от банок, хоть и минимальный, но есть. Кожа как-то разглаживается. Вообще это надо полностью менять свою жизнь, пить много жидкости, что у меня не особо получается, хотя я стараюсь, вот. И корректировать питание. Питание, спорт добавлять, тоже времени не всегда хватает, но я стараюсь, когда выпадает свободная какая-то минутка, сразу пытаюсь заняться спортом, побегать на тренажере и больше, конечно, ходить. Вот. А в воскресенье опять пойдем в театр на Фигаро спектакль. И 9 июня у нас тоже билеты покупала, наверное, 2-3 месяца назад на Басту. А в Казань-арене будет выступление Басты. Хотя я не сказать, что прям его фанат, поклонник, но хотела сходить на какой-то концерт. И подумала, что Баста неплохой такой вариант, поэтому посмотрим. Вроде концерты у него, мы как-то по телеку на Ютубе смотрели концерты с какого-то города, и прям полностью
там сколько он, 1,5-2 часа шел, мы прям полностью его досмотрели. В принципе, было интересно послушать, посмотреть на небольшое такое шоу. Вот. И еще сейчас покажу, заказала себе туфли а-ля босоножки на лето, потому что у меня ничего такого классического не было. Так, сейчас. Пьер Кардин, Карден, не знаю, как правильно, на таком невысоком каблучке, с острым носом. И что мне не понравилось, вроде бы сами туфли выполнены хорошо, качественно, прям видно, но вот этот узкий нос что-то не совсем подходит для моей ноги. Сейчас пытаюсь их разнашивать. Не знаю, как я буду в них ходить, конечно. Но говорят, что здесь натуральная кожа и натуральная замша снаружи. И надеюсь, что все-таки это мне поможет разносить эти прекрасные туфли. На ноге они смотрятся, конечно, очень круто. Ну вот спереди, вот тут вот на носу как-то жестковато вот здесь вот. Как это разносить, я не знаю. Вот уже 2 дня пытаюсь. Но мне пока не очень хорошо получается. Попробую еще над капятком подержать. И говорят, надо носки обработать водкой или спиртом. И тоже походить до тех пор, пока ноги не высохнут. Вот. А так, в принципе, очень женственная модель, очень такая красивая, простая, лаконичная. Посмотрим. И очень удобная. Каблук вообще не чувствуется, как прям в тапках ходишь. Ну, вот я говорю, единственное, это вот тут давит. И вот эта резинка сзади тоже пока давит. Вот такие вот дела. Хочу показать вам качество чайника Redmond. Короче, чайник стоит у плиты, постоянно жир падает. Я сегодня взяла посудомоечное средство, обычную губку для посуды и оттирала жир, причем не прикладывая никаких особых усилий. И краска с чайника просто ушла в легкую. Я говорю, теперь придется скоблить весь, чтобы он вместо красного стал хромированный. Чайнику, ну, наверное, 1-2 года. Вот такая вот красота и такое супер-пупер качество. Буду готовить сегодня вот такой суп итальянский с мелкой пастой. Здесь уже все готово, нужно только добавить вот 1 пачку супа на 2,4 литра воды. Но я, скорее всего, на 2 раза поделю, то есть 200 литров воды и 1/2 пачки супа. Все. И можно тут добавить сыр по желанию. И очень вкусно получается, а главное, быстро готовится. Воду поставила, сейчас отмерю на весах, сколько пасты мне надо. Здесь у нас 250 грамм, то есть 125. Отмерить. Сюда вот так. Весы глюченые. Постоянно что-то нажимаешь. О, 0. И когда у меня вода закипит, я отправлю эту всю смесь сюда, перемешаю, добавлю соль, зелень, и, в принципе, все, суп готов. Можно еще по желанию картошку сюда добавить или что-то еще, чтобы суп был более такой плотный. Можно каких-нибудь овощей. Ну, в принципе, суп сам по себе очень вкусный, и я бы не сказала, что какой-то жидкий получается. То есть здесь вот этой смеси вполне хватает, чтобы был полноценный вкусный супчик. Вот я уже добавила всю смесь сюда. Сейчас еще покипит у меня вода. И потом уже накрою крышкой и 20 минут буду варить на среднем огне. Вот такой красивый, желтенький, солнечный супчик у меня получился.
понравился. Я же говорю, он не особо такой жидкий получается. Аромат невероятный. Я его уже посолила, зелень добавила. И сейчас минут через 5 буду выключать.